временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев сообщил, что завел официальный телеграм-канал, где пообещал делиться с подписчиками последними новостями, рассказывать о планах, действиях, которые предпринимает команда правительства по социально-экономическому развитию региона, а еще делиться личными впечатлениями о жизни в городе, о том, какой красивый и замечательный край Самарская область. Буду в ближайшее время посещать буквально каждый район. Все красоты буду выкладывать сюда. А также обсуждать с вами планы. Этот телеграм-канал со временем станет и площадкой, где мы будем с вами общаться. А пока буду делиться самыми оперативными новостями. В столице региона будут организованы бесплатные экскурсии «Гостеприимный горожанин». Тема «Самара от самолета до ракеты». Участники ознакомятся с основными городскими достопримечательностями, связанными с темой авиации и космонавтики. Экскурсии будут проходить с июня по сентябрь. Первая состоится 16 июня с 14 до 17 часов, информирует телеграм-канал городской администрации. На незакрепленной территории Кировского района продолжает работу подрядная организация администрации района. Специалисты осуществляют вывоз мусора с территории, где не проведено межевание. Уборка и вывоз мусора, листвы и веток на специальные полигоны является основной задачей подрядчиков, сообщает телеграм-канал Кировского района. В ДК «Заря» проходит фотовыставка «Мы едем, едем, едем в далекие края». Это композиция из семейных фотографий. Она посвящена году семьи и проводится совместно с Самарской областной общественной организацией поддержки семьи и детства «Вместе». Увидеть экспозицию можно до 15 июня, пишет телеграм-канал Советского района.